Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, я так понимаю, нас сбросили до Лиги Сёгунов одна звезда. И это плохо. Почему? Потому что у нас сегодня суббота, ребят. Суббота, завтра воскресенье. Это крайний день. Крайний день для того, чтобы я попал в Лигу Мастеров. Но, по-моему, это все, ребят, это нереально сделать. Как бы я тут ни пыхтел и ни старался, это просто труба. Откатов у меня 16, даже если... Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мне попасть в Лигу Мастеров. Разбиться насмерть об стенку? Только в этом случае. Других вариантов здесь не получается, ну никак. Ты посмотри, я сейчас, например, даже если мы сегодня каким-то чудом доберемся до Лиги Мастеров, одна звезда, то мне не хватит одного дня. То есть в воскресенье мне не хватит для того, чтобы я в топчик пробился. Хотя я постараюсь, ребят, постараюсь. Сейчас вот решил поиграть перед работой. Сегодня у меня крайняя смена. И завтра у меня уже будут, как говорится, выходные. Вот. В общем, если мы сегодня дойдем хотя бы до Лиги Мастеров одной звезды, это уже будет прогресс. Если же мы не дойдем, то, скорее всего, топчика не будет. А, да, на этой неделе топчика не будет. Ну, ребят, вы сами понимаете, работа есть работа, никуда от нее не уйти. Приходится, как говорится, делать вот такие вот промежутки в течение двух дней. В принципе, вот два дня я не играл, и вот за два дня меня скинули. Хотя в Лиге Мастеров я уже был. Так что давай пытаться, стараться. Видишь, если бы у меня было бы откатов, например, штук 200, мы бы в легкую прошли, даже не заморачивались бы. А вот сейчас не прокатит, скорее всего. К тому же, как видишь, под конец недели очень тяжело идет продвижение. Очень тяжело. То есть, если мы на начале недели с тобой могли пролетать чуть ли не лигу за один бой, то сейчас мы еле-еле берем 10 ступеней. Порой даже 10 ступенек того не выходит. Там получается даже 6-5. А иногда, если игра захочет, вообще может перекинуть нас всего лишь на 1-2 ступеньку. Так, ну что, давай попробуем здесь бомбануть Мондагека. Так, заблокировали. Теперь торнадо. Да чтоб тебя. Давай, наверное, Рокстеди ушатаем. Ушатал. Но началось, ответка полетела. Так. Что? То есть, да давай кофемашину сделаем. Что тут гадать? Массовую атаку сделаем. Я думаю, что да, хватило нам этого. Так, ну что, погнали тогда далее. Еще, видишь, время ограничено, ребята. У меня в запасе всего лишь час. Ну, на черепашек-то хватит. Единственное, что выложить я их смогу только завтра. Потому что сегодня я даже не успею их подготовить. Так, берем эту команду. Я возьму Бакстера. И Бакстер у меня пойдет вот с этой командой. 56 уровень противников. В принципе, для Бакстера это должно быть изи. Как говорится, смертельная волна выпускается. Ага, и слышь, остался. Давай вот так сделаем. Бинго. Ну что же. Продвигаемся и смотрим, ребят. Ну, Лига Сёгунов 2 звезды будет сегодня. Возможно, даже 3 звезды будет. Но вот Лига Мастеров, почему-то я сомневаюсь. Так, ищем 15-20. Есть. Такое дело. Так, беру здесь Макмана. Раз, два, три, четыре. Готово. 56 уровень еще до сих пор отыгрывается у нас. И я скажу тебе честно, это хорошо, что 56 уровень. Потому что персонажей у нас мало остается, когда мы их отыгрываем. И, соответственно, дальше уже невозможно там набирать кубки. И, как говорится, набирать мощь. 13-я позиция. Вот оно как. Ну, давай возьму, наверное, здесь Леонардо. Тихо, тихо, Шреддер. И вот эту команду. Ну что, надежда на Лео, что он с вертушки, наверное, всех ушатает. Сможешь, Леонардо?
Еще бы он не смог. Все у него хорошо получается. А вот теперь вопрос. Мы переходим с тобой на лигу Сёгунов 2 звездочки или нет? Нет. Вот. Вот, ребята, вам только что был элементарный пример. С 13-й позиции мы перешли на 11-ю. Вот с какого перепуга такое сделал, а? Вот скажи, вот с какого перепуга? Я не проиграл ничего. У меня все было отлично. По кубкам должно быть просто превосходно. Мне дали всего 2 ступеньки. Ну как вот это можно объяснить? Как не за подлянка, а? Да. Просто взяли мне все и испортили. Подняли всего лишь 2 ступеньки. Но сейчас... Да. Мы попадаем в Лигу Сёгунов. 97-я позиция. Сёгуна у нас 2 звезды, естественно. И вот здесь уже надо будет... А что надо будет, ребят? Мы сейчас все возможное сделаем, что от нас, естественно, зависит. Как говорится, ни больше, ни меньше. Так, поехали, валун. Замечательно. Просто с одной плюханы хоба на его и вырубили. Так, и смотрим, какое здесь у нас идет продвижение. Ну, в данный момент 10 ступенек пролетели, это хорошо. Хотелось бы получить 15-21 на самом деле. Или сколько там идет, 16-21. Но нет. И игра сопротивляется, не хочет давать. Раз, два. Так, так и вот так. Ну что, Рафаэль и Майки. Рафаэля сразу ставим в провокацию, а Микеланджело, естественно, на уклонение. И смотрим, что у нас из этого всего получается. Ага, можно еще Алапекс даже запустить. Кстати, у него инициатива тоже неплохая, но это среди 50-х уровней. Если брать выше, мне кажется, она будет уступать уже. Блин, мне бы Пита как-то вот шваркнуть. Есть. Так, минус Майки. Минус Бибоп. Ну и минус, естественно, Рокстеди. Рафаэль красавчик в этом плане. Очень даже неплохо выстрелил здесь. Отстоял честь нашей команды. И у нас 74 место. Я опять попробую найти 16-21. Вот, было-было-было, друзья. Значит, все-таки можно выловить. Такс, ну вот сейчас будет дилемма, да? Мы будем ролить. И фиг они нам уже дадут. Твою налево, блин, прозевакал, а? Ну давай ты уже, ну не скупи. Вот, есть, я выловил. Ну что, беру кожеголову. Естественно, основная мощь и сила падает на кожеголового, на его, как говорится, удар кубарем. А ну-ка. Красавчик. Беспрекословно, ребята, уничтожает всех противников. Так, и мы двигаемся дальше. Блин, 63-й, даже 50-го места еще не взяли. Очень-очень скверно это все. Ну что, берем Крэнга. Ну, Крэнг, само собой, тоже здесь не будет особо растусоливать. Просто сейчас с одной плюшки будет гасить их. Хотя уровень уже 60-й у наших противников. Все-таки Бибоп выжил. Но это ненадолго. Как говорится, это дело мы исправили и продолжаем. Ну какой, 50-е? Ну почти. Так, ищем 16-21. Оно уже должно даваться, по идее, на постоянной основе. Два поединка мы после того, как в первый раз засветились, прошли. И сейчас опять они дают нам 15-20, 15-21. Ну что, я возьму, наверное, здесь Усаги. Раз, два, три, четыре. И надеюсь, что он
все-таки наложит постепенно урон на всех наших противников. Давай, Усаги, жги. Я знаю, ты можешь. И хочешь. Сплинтер. Ну что, давай, наверное, плевок сделаем. Упс. Не сработал. Молодец. Ну что, давай попробуем добить Рокстеди. И теперь на... Оу, щит. Да, двойной удар был, все. С первой плюха, как говорится, не помогла. Со второй, конечно же, он успел пробить. Так, 42-я позиция. Ну давай, 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 быстрее. Что там крутишь? Думаешь еще, что мне дать или не дать? 16-21. Беру супер шреддера. Раз, два, три, четыре. Пошли. Так, ну естественно, шипы. Вау. Как бы ожидаемо было, но я думал, все-таки кого-нибудь да не добьет. На постепенку поймает. 32 место. Так, обновим. 16-21. Ну что, я здесь, наверное, возьму Ваню. И вот так вот. Пулеметная дробь. Я думаю, что этого будет, наверное, достаточно. Вот как у нас. Вначале Шархан ходит. Потом Паукус, ну да. И потом только Ванька. Ванька ходит третьим. То есть делайте выводы. Он уступает многим 70-м, как говорится, персонажам, прежде чем он сделает ход. Ну что, 12 место. Я думаю, сейчас, в принципе, наверное, есть шанс перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Только вот надо нам... Ну давай, 16-21. Ну сколько можно ждать-то? Вот. Слэш... Да, в принципе, что я думаю, ребят, уже 70 уровень, это, как говорится, мы доигрываем наши остатки. Тут уже бери прям, кто тебе попадется под руку. Без разницы уже абсолютно. Вау. Гасанул не кисло. Ну, слэш тут, конечно, молодец. Но опять же, ребята, 100 уровень против 60-х. Это так и должно было быть. И мы не переходим еще. Ты посмотри, специально начинает оттягивать это все. Что ты будешь с ними делать, а? Раз, два, три, четыре, пять. Змейка Вьюн, как говорится, не в удел у нас получается, да? И по итогу это только мы перейдем сейчас в Лигу Сёгунов 3 звезды. Вряд ли я за один день смогу, ребята, выбить, точнее даже набить 3 ранга. Этого, ну, не получится. Как бы я тут ни старался. Вот сам подумай, да? Мы сейчас с тобой дойдем только до... Ну, даже, предположим, я уже в Лиге Мастеров 1 звезда. У меня не хватит ни откатов, ни персонажа, чтобы отыграть это все. Плюс еще нужно целую Лигу Сёгунов отыграть. Не выйдет. Как бы тут ни пыхтел. Хотя, если взять из расчета само воскресенье и плюс еще понедельник, тогда может быть. В общем, будем стараться. Так, пройти серию испытаний. Побежали проходить серию испытаний. Мало того, что нам нужно пройти эту ежедневку, так еще проходится она для того, чтобы нам заработать доллары. Ну и по возможности, конечно же, откаты. После того, как я видосик этот проиграю, я пойду еще и посмотрю специально рекламу, чтобы получить 10 откатов. Они нам пригодятся в ближайшие дни. Так, вырубили Паукуса. Да ладно, ты не смог мутант-белку эту завалить. Так, она промахнулась, потому что на ней висела слепота.
Ну, а здесь желательно бы, конечно... Ну, давай массовую атаку сделаем. Угу. Так, минус Хан. И минус Бибов. Все. Серия у нас испытаний пройдена. И мы двигаемся далее. А дальше у нас идут поиски и поднять уровень персонажа. Так, по поискам, что у нас выходит? Кстати, у нас 37 тысяч. Это говорит о том, что мы вот так вот. Еще два уровня и все. И наши кролики будут прокачаны по фулке. А здесь, как обычно, ребят, ищем книги. 15 книг надо. 15. Что-то дофига. Нам выпадает только сырный телефон. Один. И все, только одна книга выпала, да? Два. Три. Четыре. Ну, это трэш какой-то. Один сырный телефон выпадает, и все. Понятно, короче. Долго мы будем продвигать. Так, все ежедневки выполнены. Теперь заходим. Подожди, куда я пошел-то? Вот сюда. Борцы с преступностью. Так, где наш Роквелл? Вот здесь вот. Погнали. Попробуем его достать. Так, нам выпадает. Опа, Роквелл вытянут. Так, второй где у нас? Вот здесь. Макмен. Жетоны. Мондагека. Ага, походу не получим, да? Нет, ребят, не получаем. К сожалению. Не получаем. Жаль. Очень даже грустно, что у нас нифига не вышло. Ну что, ребята, получается, что на сегодня в плане черепашья бу... Ё-моё. А как я так прозевакал-то? Чё-то я... Ядрён-матрён. Это же мое любимое событие, друзья. Хорошо, завтра обязательно пройду черепашью бурю. Да, да, я знаю, что мне не получится пофармить Роквелла, но черепашью бурю пропускать ну никак нельзя. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.